нами гнались только что, блядь. Еле ушли, блядь. Мы там хорошие блокпосты поставили. Еще да, не знаю, полколонны здесь попало под обстрел. Выжило, не выжило. Да меньше половины роты осталось. А батальона что осталось? Ни хера батальона осталось. Какой батальон? 40-го. Второй раз в котел, это просто красота, да? Сначала Иловайска, а теперь тут там. Я же от вас. А чего пивбраты залишилось? А то, что половину разбомбили до выезда еще. Соответственно, мы были вынуждены открыть огонь и вступить в бой. Вот. К вечеру было уже понятно, что бой уже смысла не имеет, потому что уже вытрачено полностью боекомплект. Дальше нужно выполнять уже, соответственно, определенные эвакуационные работы. Все, давай до связи, Цибуловцев.